Приветствую вас, друзья! Ритуал, который я вам сейчас продемонстрирую, поможет вам добиться успехов в работе, а также повышения в карьере или по службе. Этот ритуал нужно проводить на своем рабочем месте, когда вы один, когда вас никто не отвлекает, никто вам не мешает. Итак, что понадобится? Понадобится серебряное кольцо или подойдет перстень, швейная игла и новый коробок спичек. Итак, что делаем? Берем иглу и примерно в середину коробка ее втыкаем. Вот таким образом. Кольцо лежит рядом. Теперь произносим заговор. Как эта игла стоит ровно, так и я, Владислав, на своем месте лучший, безусловно. Как это кольцо лежит ровно, так и я, Владислав, на своем месте лучший, безусловно. Так, вынимаем иглу и достаем спичку. Поджигаем. И глядя на огонь, произносим заговор. Как этот огонь горит ровно, так и я, Владислав, на своем месте лучший, безусловно. Тушим спичку. Ну, естественно, имя в заговоре нужно произносить свое. После того, как вы это сделали, спички, вот весь коробок, нужно сжечь на улице. Иглу также нужно выбросить. А кольцо необходимо носить на указательном пальце левой руки. Всегда, когда вы на работе. Этот ритуал набирает силу и начинает действовать в течение 1/4 луны. Это в течение 7 суток. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Будет много чего интересного. Всем удачи. И до новых встреч!